Неприятный сюрприз. Сегодня некоторые предприятия Оренбурга посетила налоговая служба вместе с судебными приставами. Специалисты надзорных структур проверяли, как руководство компании исполняет судебные приказы по удержанию налоговой задолженности со своих сотрудников. Мы хотели справить пожалование, серьезно, предмет удержания. Налоговая инспекция решила напомнить неплательщикам о долгах. Свой маршрут проверяющие наметили в Южном поселке. Начали с автоцентра на улице Беляевской. Работник компании не выплачивает транспортный налог, должен 15 тысяч. Приставами не раз было направлено письмо в организацию, где работает мужчина, о взыскании с него этих денег из заработной платы. 1 ноября 2013 года наступает срок уплаты имущественных налогов. В частности, это земельный налог с физических лиц и налог на имущество физических лиц. Кроме того, 15 ноября наступает срок уплаты транспортного налога с физических лиц. В автоцентре сотрудник, не оплачивающий долг, оказался в отпуске. Приставы выписали акт в адрес бухгалтерии о взыскании долга. По второму же адресу проверяющие были приятно удивлены. Бухгалтерия сработала вовремя и задолженность уже погасили. Таких случаев в городе накопилось немало, говорят налоговики. К работе подключена служба судебных приставов. За 9 месяцев текущего года поступило более 39 исполнительных документов о взыскании налоговых платежей. Нужно отметить, что взыскана сумма, которая уже превышает 470 миллионов рублей. Приставы отмечают, что организация, в которой работает неплательщик, берет всю ответственность на себя, ведь долг может лечь на плечи самой компании. Штраф предусмотрен до 25 тысяч рублей. Ольга Аксенова, Сергей Завалишин, ОРЕН-ТВ.